Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Забираем свои награды за Лигу Сёгунов 3 звезды. Неплохо, 90 долларов и 23 PvP-монетки. Так, дальше идем в магазин. Естественно, начинаем с колоды. И нам здесь ничего не дают. Так, 80 сюриков дали, да? Все равно нам не хватает для того, чтобы прокачать сегодня персонажа. А по вашим комментариям, ребята, я понял, что вы хотите, чтобы я прокачал Рафаэля оригинального. Так что сегодня именно он у нас будет апаться. Так, сколько там нужно? Ага, 9000 сюрикенов. Блин, нам не хватает еще, ну, почти 3000. Придется копить. Так, ладно, заявляем здесь награду. Сразиться в боях, поехали. Так, мы прокачивать продолжаем с вами кого? Донателло, по-моему. Да, будем дальше ему апать бейсбольную бомбу. Так, нам нужно с тобой 5 очков, 8 комиксов и 12 дорожных знаков. Так, поехали. Начнем с очков. Так, одни есть. Давай-ка вторые. О, отлично. Может быть, третьи дадите мне? Шикарно. Ну, и еще остается 2 очков нам найти, и все. Будем дальше искать с вами, наверное, комиксы. Ну хорош, ну что вот опять начинается вот эта вот тягомотина, а? Ну серьезно. Так, последний находим. Так, отлично, отлично. Давай-ка глянем. Так, 8 комиксов. Ну с этим, наверное, будет у нас, как всегда, проблема, эти комиксы. Хотя выпадают, но, наверное, будут очень редко. Хотя, может быть и нет. В общем, я задание уже выполнил. Продолжим в следующий раз искать. Так, забираем награды. Поднять уровень персонажа. Вопрос, кому нам поднять, когда у нас 10 тысяч мутагена? Ну, ясен перец, кому-то из слабеньких. И это, наверное, будет... А хватит ли у змей Ковьюна? Совсем маленько не хватает, елки ты палки. Ладно, это опять же не беда. Мы пойдем с тобой сейчас на лигу. Оу, Лига Самураев, 3 звезды, ничего себе меня скинули. Друзья мои, я не ожидал, что так низко упадем. Ладно, давай-ка посмотрим. У нас выбор, либо Хасема брать, либо Артема. Ну, возьму Артема, мне кажется, он будет слабее. И, как ты видишь, здесь 46 уровень максимальный, поэтому, я думаю, можно начинать с 45-х. А 45-х у меня, ну, не так уж и много. Начнем тогда. Рафаэль, Шредер, Крэнк, Микеланджело Космос. И, конечно же, вместе с ними пойдет... А кто вместе с ними пойдет, а? Давай, наверное, Армагон. Для начала. Можно, конечно, брать Леонардо, как мы это всегда делаем, но... Будем брать немножко послабее противников. Главное, чтобы это нам не аукнулось. Да? Ну-ка, Армагон, давай, быстренько. Отлично, он все-таки крутой. Ты сам прекрасно все видишь, он быстро всех разбомбил. Отлично. Так, ну давай. Первая победа за нами, посмотрим, куда мы с тобой приземлимся. 36-я позиция, то есть нам еще где-то бой 2. И мы с тобой вернемся обратно в Сёгуны. А здесь-то у нас кто, а? Кто у нас? Ну, судя по всему, будет слабеньким Глеб. Тут еще, как видишь, Кирби даже бронзовый. А он, соответственно, в первую очередь упадет, потому что он ватный. И даже здесь я не побоюсь взять Леонардо оригинала вместе с кем? С кем он будет у меня, а? С Донателло, может быть. Не, давай, наверное, возьму я Зека сюда. Да, возьмем Зека, я думаю, что его бомбочка здесь очень хорошо подобьет противников. Ну, а нам остается просто потом добить, и все. Ну что, погнали, бросаем бомбочку. Ну вот, вот, один даже упал. Так, тихо, тихо, не надо буянить. Рафик, не надо. Слышь, добивай. Так, секундочку. Давай-ка вот так вот сделаем с тобой. Ух ты, Мондагека выжил. А если так? Изи. По-другому не скажешь. Ну что, ребята, вторая у нас победа. Ой, оригинальная. Ну да, в принципе, оригинальная. И мы с тобой переходим на четвертую позицию. Так, еще один бой для того, чтобы перейти в Лигу Сёгунов. И на этот раз я возьму Димку, наверное. Хотя нет, нет. Возьмем с тобой Бакстера.
Потому что у него кубков здесь побольше, ты сам-то видишь. 49-й, ага, даже 50-й уровень здесь. Так, ну тут, наверное, мы с тобой воспользуемся услугами нашего Леонардо. У нас с тобой 5 откатов, поэтому я могу себе это позволить. И одной вертушки, я думаю, достаточно будет, чтобы они здесь все упали. Ну что, погнали? Шмяк, и все лежат. Замечательно. Так, погоди-ка, а как мне накопить достаточное количество сюрикенов? Вот объясни-ка мне. Нам нужно 9000, да? Тяжело будет. Так, ну что же, Лига Сёгунов у нас уже взята. Правда, одна звезда, но ничего страшного. Выбираем здесь дальше. И это будет... И это будет у нас Андрюха. Так, Лео, наверное, тебе пора вернуться на всякий случай. Так, Рокзар, подожди пока. 49 уровень. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Давай-ка мы, наверное, все-таки Леонардо отпустим пока. И возьмем Дони, да? Или можно взять Карайку. Возьму Паукуса, короче, наверное. Так будет оптимально. Надеюсь, что мы справимся. Но персонажи, конечно, здесь не очень сильные у меня. И я немножечко побаиваюсь. Так, ну-ка, Паукус, покажи-ка мне. Ёлки-палки. Честно говоря, я рассчитывал немножко на другое. Блин, еще и атаку понизил, да? У Донателло видения и у Паукуса. Слушай, я, наверное, добью Микеланджело. Нет, не буду. Я лучше сделаю постепенное отхиливание. Так, теперь запускаем волну от Леонардо. Так, Майки упал. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, не надо так делать. Ну-ка, Раф, давай-ка вжать, пожалуйста, по полной программе. Да чтоб тебе, блин. Так, молот, наверное, применим на Донателло, да? Ну-ка, Дони. Отлично, молодец, красавчик. Так, этот поджигает нас. И вот это плохо. И вот это плохо. Короче, надо нам избавляться от Бибопа. Да чтоб тебе. Ну а если так сделаем? Изи. Так, Лео, ребят, практически погиб. Смотри. Если бы еще разок мы с тобой бы сделали ход бы, он умер бы от постепенного урона. Поэтому я не мог этого позволить. Фух. Очень было рискованно. Но, как видишь, у нас все получилось. И мы с тобой уже на 57-й позиции. То есть еще где-то боя 3 придется сделать. Ну да ничего страшного, у нас 4 отката. И смотрим, кто у нас тут. Ага, Дэви. Так, Лео, Донателло. Хорошо. Давай подеремся с ними. Так, 53-й уровень. То есть здесь уже, честно говоря, рискованно играть моими полтинниками. Поэтому в помощь беру, конечно же, Леонардо, чтобы никого не потерять. Так, ну что, Дэви, давай посмотрим, насколько ты крепок. Но я думаю, что они все упадут сейчас. С одной вертушки от Лео. Ах ты! Бибоп, отдохни, пожалуйста. Все, друзья мои, у нас отлично получилось. И мы с тобой двигаемся дальше. Сейчас посмотрим, куда мы приземлимся. Сегодня будет еще испытание у нас. Не знаю, пройдем мы его или нет. Хотя вряд ли, судя по тому, какие мне там дают персонажи. Но докуда дойдем. Так, а здесь у нас Памела. Беру только лишь из закупков. 15-20, это отличный результат. И противники, как я вижу, здесь 55 уровня. А мне нужно отыграть свои полтинники. Поэтому, опять же, Леонардо будет здесь разруливать ситуацию. Откатиков все меньше и меньше у нас становится. Попробуем накопить с вами баксы. Для того, чтобы купить телепорты, они нам нужны для того, чтобы фармить. Так, ну-ка, Лео, давай. Сразу, пожалуйста, ложи их в баньки всех. Отлично, двигаемся с тобой дальше. Кстати, когда я спрашивал в комментариях, кого будем с вами апать, немножко голоса разделились, да? Кто-то говорил Рафаэля классического, по-моему, да? Но больше всего все-таки проголосовало именно за оригинала. Так, а здесь у нас слабое звено получается. Кто? Бадмана Бан, ё-моё. Фига себе, индус что ли какой-то. Так, берем, значит, Леонардо. И секунду, секунду, секунду. Раз, два, три, четыре. Блин, я
только сейчас увидел, что у меня очень много 50-х уровней. Раньше были 30-е, да, рулили. А теперь 50-е. А откатов все меньше и меньше. По-моему, у нас последний откатик остался. То есть, сколько сможем с тобой, да, пройти, столько сможем. Дальше уже все. Нету смысла. Ну, давай, 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 хорош. Так, мы переходим с тобой. Все, вон, две звезды. Место у меня 89-е. И всего лишь два отката. Ну, я думаю, что сегодня мы в Лигу Сёгунов три звезды. Ну, должны добраться по любасику. Только вот кого взять? По идее, Джексон будет слабее всех. Давай, Лео, иди сюда. Так, тихо, не надо лезть. Раз, два, три. Четыре. Вот здесь у слабое звено у нас Кирби. Но, в принципе, и Мондагека не тоже уж силен. Нам должно этого хватить за глаза. Поехали. Хопа. И гудбай, родные. Идеальная победа. Так что двигаемся с тобой далее. Так, давай посмотрим, куда мы с тобой сейчас приземлимся. 67-я позиция. Ё-моё. У меня один откат. Кстати, у меня 144 ПВП монет. А откуда так много? Не знаю. Так, ладно, Эрик, Ват и Ширли. А тут выбор либо брать Ширли, либо Эрика. Ну, по мне так, по-моему, Ширли будет слабее. Верно? Или же все-таки Эрик? 53-й, 53-й. Тут тоже два 53-х уровня. 54-й. 54-й, 56-й. Ага, ну значит получается все-таки Ширли будет слабее. Ладно, отыгрываем с тобой последний откат. Также отыгрываем с тобой последних слабых персонажей и погнали. Так, ну тут как обычно все ставки ставим на Лео и смотрим, что он делает. В итоге он всех побеждает с одной вертушки. Отлично. Теперь уже Леонардо с тобой брать мы не сможем в команду, потому что у нас нет откатов. И будем без него. Ага, 42-е место. Отлично. Ну, давай приценимся. Здесь будет у нас Майк. Майк будет у нас драться, а мы с тобой берем. Так, 57-й уровень, как ты видишь, здесь максимальный. Так, нейтрализатор. Возьму, наверное, на всякий случай для подстраховки Железноголового и Карайку. Кстати, Карайку бы надо прокачать по уровню, потому что мне нравится ее бросок кунаев. Чем-то напоминает мне бросок Донателло, когда он... Ой, Микел... Да, Донателло. Когда он делает сюрики. Неплохо бомбит, только бы прокачать этот скилл, и она, мне кажется, будет с одного этого броска по пол хп сносить у врага. Да хорош уже, ну что вы тут делаете? Выпендриваетесь. Посмотри, инициатива какая у них. А ну-ка проверим на прочность этих ребят. Никакой прочности, абсолютно упали вниз перед моим железноголовым. Ну а мы с тобой продолжаем. Давай-ка глянем, куда мы сейчас попадем. 20-е, дай 20-е место мне. О, 22-е, шикарно. Так, Яхия, это все ерунда, нам нужно смотреть именно на уровень. И уровень здесь самый слабый, как по мне, так это будет именно у Османда. Здесь беру Донателло, беру Криса Брэдфорда, вот этих двоих. А, так у меня все. У меня, ребята, бойцы закончились. Поэтому последний бой будет из четырех персонажей, которые практически имба. И, как ты понимаешь, у противника вообще шансов на победу здесь не будет. Попробуем замедлить их с помощью крика. Так, замедлили. Вот теперь вопрос. Либо... Давай так сделаем. Сделаем баф от нашего Криса Брэдфорда. Оу-оу-оу-оу, хорош тут хрумкать. Ну-ка, Донни, покажи им. Ты посмотри, что он делает, а. Не зря, не зря мы Донателло прокачивали с вами. Ты видел, да, какой идеальный удар своими сюриками? Конечно, он не настолько силен, как Леонардо. Но если его прокачать до 100 уровня, я думаю, что он практически так же валил бы врагов, как Леонардо со своей вертушки. И у нас 6-я позиция, как раз последний бой, и мы с тобой переберемся именно в Лигу Сёгунов 3 звезды.
Играем, правда, всего 4 персонажами. Хотя можно было бы взять слабенького сюда, да? Геройчика какого-нибудь. Ну и 4 пройдем. В любом случае мы с тобой уже перейдем на следующий ранг. Давай массовую атаку сделаем. Усаги в этом деле профи. Пилич. А вот постепенный урон он повесил только лишь на Бибопа. Ну, я возьму провокацию. Так, теперь мы с тобой сделаем истерику. Ну, это я уже понтуюсь, друзья мои. Понтуюсь, конечно же, я бы мог с полточка разобрать. Давай вот этот сделаем с тобой удар. Дымовая бомбочка. Угу. И просто добиваем с вами Донателло. Все. На этом наша лига заканчивается, и мы с тобой перейдем в Лигу Сегунов 3 звезды. Дальше идем куда? На испытание. Верно? Верно. Так, а позиция у нас будет маленькая, да? 91 место. То есть я приду завтра с работы и уже наверняка буду опять где-нибудь в самураях висеть. Ну да ничего страшного. Так, давай-ка мы кое-что с тобой приобретем. Где у меня... Так, вот они. Вот они монетки. И мы с тобой... Слушай, давай-ка, наверное... Тут выбор. Либо Леонардо, либо Донателло. Ну, у Леонардо, как ты видишь, больше ДНК. Поэтому, наверное, возьмем все-таки его. Еще одно ДНК, и мы с тобой сможем пропать классического Лео. Ай-яй-яй. А потом возьмемся за Донателло оригинала. Кстати, вот можем найти с тобой одну ДНК на Лео, если пройдем смятение из другого измерения. И, кстати, здесь у нас тоже 785 жетонов. То есть, вау! Ха-ха! Друзья мои, да что ж такое? Нам везет. У нас серии какие-то фартовые. Мы в последних 2 видоса, да, с тобой получаем офигенные улучшения для наших черепашек. Так, но здесь будем поднимать, естественно... Погоди-ка, погоди-ка. Да-да, Рафаэля. Но у нас с тобой не хватает сюрикенов. Так, кого мы там нашли с тобой? ДНК на... Черт, я уже запутался. Мы с тобой нашли жетоны на Рафаэля. Блин, а подожди, а почему... С чего я вдруг взял, что я его смогу пропать? Именно сейчас. Я что-то немножко ошибся, да, друзья мои? Ну да ладно, ошибся. Но у нас все равно есть кого, друзья мои, улучшать. Единственное, не хватает сюрикенов. Не хватает сюриков. Так, давай посмотрим, может быть где-то есть у нас дубликаты. Они-то есть, но их очень мало. 70, тут 70. Так, давай-ка посмотрим дальше. Все, что ли? Больше ничего не дадут мне? Ну да. Ядрить тебе на корень. Плохо, плохо, ребята. Ну что же, идем с тобой на испытание. Ярости Рафа мы с тобой вчера бомбили, да? Кстати, вот здесь вот можно попробовать формануть маленько, да? Тем более нам эти Рафаэли все нужны, кроме вот этого. Ну, попробуем, наверное. Ой, подожди, подожди, какой пробуем? У нас же испытание, елки-палки. Чуть было сейчас не сплоховал. Ну что, поехали. Первый у нас на очереди это Кирби. Берем свою имбу, так сказать. Ну, имба, это полуимба, 80 уровень. Ну, на начальных этапах, конечно же, все будет хорошо, идеально. Первый, второй, третий, может быть даже четвертый и пятый. А вот дальше, дальше мы с тобой поплывем. Только лишь из-за того, что у нас... Ну, смотри, например, Крис Брэдфорд, да, он имеет 73 уровень. Наш Армагон имеет 76 уровень. Топчик, который может выдержать, это Крис Брэдфорд, Рокзар и Зек. Но самое-самое плохое в этом, то, что в этой команде у нас нет ни одного хила. То есть мы с вами будем получать урон, а восстановить себе здоровье мы не сможем. И таким образом нас потихоньку-потихоньку будут разбирать. Ну, надеюсь, мы хотя бы получим ДНК на тех героев, которых нам нужны. Так, давай бросим бобочку здесь. Хопа. Так, тут у нас Кирби и Кейси Джонс. Ну, этого можно вот так убрать.
Это... А, давай, массовую атаку сделаем, да и все, что я тут церемонию с ними. Отлично, бежим далее. Так, красавцы, да? Ну-ка, уже головой упал, и смертельная волна. Все, разобрали. Сейчас мы с тобой получаем ДНК на тех персонажей, которые у нас уже с тобой есть, и, в принципе, я за ними не особо рвусь. Ну, пульверизатор или по-другому Тимоти, он у нас есть, так же, как и Макмен. Я вот все думаю, может быть, нам с тобой Макмена прокачать? Ну, поднять ему уровень, да? И потом перевести в платину. Но у него всего одна массовая атака. Я думаю, что следующим было бы неплохо перевести Ваньку. У Ванюшки две массовые атаки. Гранатомет, как мы знаем, да? И пулеметная очередь. То есть он в команде был бы очень даже полезен. Так, ну что, хлопчики, ждете меня? Ну, нате, получайте валун, как говорится, промеж глаз. И все упали. Двигаемся с тобой дальше. Так, это мы с тобой получаем ДНК на Тимоти, да? Который у нас тоже прокачан топово. А, Макмен, ё-моё, Тимоти был здесь. Так, ну что, вот. Вот с Пита начнется самое то. Потому что Пит мне нужен. Он вообще у меня очень медленно прокачивается, потому что ДНК на него фиг где найдешь. Я имею в виду по испытаниям. Можно, конечно, там за монетки покупать. Но ты сам знаешь, сколько нужно монет этих, сколько нужно собирать. Рано или поздно мы до него доберемся. Он никуда не денется от нас. Так, стрелозад упал. Тимоти, опа. Тимоти не упал. Он был 45 уровня, да? Ты посмотри, 45 уровня, ну я имею в виду Тимоти. А Бакстер Стокман 80-го. И все равно не смог его добить. Ну как так? Не понимаю я иногда, что здесь происходит. Ага. Ну в любом случае им крышка. Если бы даже они выжили бы от постепенного урона, все равно погибли бы. А, так у нас здесь босс, а, мусорный этот цыпленок. Спрятался он там, сидел в засаде, в мусорке. Да на тебе валуном и все, иди спать. Баба. Ой, нет. Друзья мои, не ушел он спать. А вот теперь да. Зашатало, заштормило и упал. То есть мы с тобой здесь прошли на 3 звездочки, идеально. Теперь я с удовольствием хочу получить себе ДНК на Пита. Мондогека в кармане. Пит. Ну и Рокова, кожеголового, и слыша, ну, максимум, наверное, докуда мы дойдем, это, наверное, до кожеголового. А дальше вряд ли у нас получится. Хотя, если бы у меня был бы прокачанный Крис Брэдфорд до 80-го, и вместе с ним же до 80-го был бы прокачан Армагон, то я вообще никаких не вижу препятствий, да, по прохождению этого испытания. Так, ну что, дроны, давай разберемся с вами. Минус один. Минус 2. Так, тут плохо получилось. Минус 3. Зэк, какой же ты все-таки слабоватый в плане физической атаки. Единственное, когда ты выстреливаешь бластер или применяешь свою бомбочку, еще более-менее наносишь урон. Упс, не добили. Так, минус Донателло. И железноголовый тоже падает. Последняя, четвертая волна. И здесь Рафаэль. Так, мы, наверное, с тобой уберем Пита в первую очередь. Опа. Дальше смерть с небес будет у нас по кожеголовому. Окей. Давай ракеты выпустим. У-у-у. Лучше не бывает. Так, проникающий идет по Рафаэлю. И добиваем с тобой слэша. Все. Даже нисколечко не сомневался, что мы здесь с тобой идеально пройдем. Так, двигаемся дальше. И кто у нас там? Будет Роквелл, да? ДНК на Роквелл. Голубь Пит, 2 ДНК. Вот радует, что хотя бы дают 2 ДНК. И, кстати, не забывай, что здесь можно пофармить. Подожди-ка. Здесь пока Пит не фармится. Может быть здесь? Да, вот здесь уже можно будет фармить Пита. Но понимаешь, в чем риск? Здесь есть два персонажа, которые мне не нужны. То есть это Макмен и Мондогека. Роквелл и Пит нужны, но их фармить, то есть это, грубо говоря, выкидывать телепорты на ветер. Потому что, ну, вряд ли мы с тобой будем получать их на постоянной основе, да? Нам будут давать Мондогека, там, кого хочешь, кроме того, кого нам нужно.
Поэтому надо фармить именно в тех вариантах, где есть 100% на те персонажи, которые тебе нужны. Ну, пускай даже будет один из всей пачки, да, который у тебя есть, все равно шансы уже, как говорится, повышаются. Давай-ка волну с собой выпустим. Ну, просто добьем уже. Так, вот этого добьем, а эти уже от постепенного должны будут отдуплиться. Переходим на третью волну. Так, Макман и Микеланджело. Нам надо с тобой майки сразу сносить, чтобы он тут не делал свое уклонение. Так, массовая атака. Так, Макман выжил. Ну-ка, нормуль. И последняя, четвертая волна. Ну-ка, валуном, если попробуем. Опа. Так, грибочек распластался. Давай-ка уберем отсюда Леонардо. Так, дальше Кожеголового. Теперь Рокула. Упс. Как так? И Слэш. Слэш что-то делает. Массовую атаку делает, кстати. Слабо. Не получилось у него, что он там задумал. А мы с тобой выигрываем. И получаем... Сколько? По-моему, 2 ДНК, да? 2 ДНК на Рокула. И следующий у нас противник. Кто там будет? Кожеголовый. О, 75 уровень. То есть ты понимаешь, что Крис Брэдфорд здесь в офигенной зоне риска. Плюс 5 волн здесь. О, и грибы еще. Блин. А у них, как всегда, инициатива большая. Вот сейчас они меня тут начинают разбирать. Вот именно из-за них я и проигрываю. Потому что они мне изначально наносят офигенный урон. Ну ты посмотри, что творят, а. Бросаем бомбочку. Так, у них еще уклонение у всех повесилось. Представляешь? Ну вот, вот, вот. О чем я и говорил. Фиг теперь по ним попадешь. Ну-ка, Армагоша. Вырубил двоих. Но этого мало, этого недостаточно. Так, хорошо. Попробуем бомбануть ракетой. Замечательно. Так, гриб, ты достал. Двигаемся дальше. Вторая волна. Ну, тут стрелозады, тут все просто и легко. Просто берем с тобой провокацию. Ну и выпустим ракеты. Ну, неплохо, неплохо. Сделаем дополнительную защиту. Потому что они будут стрелять, наверное, массово. И выпустим своих маузеров. Замечательно. Переходим на третью волну. Там морозильная кошка, Макмен, железноголовый. Так, секунду. Нам нужно с тобой избавиться от кошки в первую очередь. Ну-ка, так если. Постепенно урон повесили. Ну-ка. Нам нужно ее добить. Замечательно. Так, делаем себе баф. Ну, наверное, надо Макмана повредить. Так, смерть с небес прокатит? М-м-м. Не можем добить. Так, бомба, да? Ладно. Оу, массовая атака. Офигеть. Ты посмотри, у зэка сколько хп осталось. Все, он уже валяется трупачком. Вот именно об этом я тебе и говорил. Что не все так просто будет. Да я не могу его пробить просто, этого олуха. Сейчас тут еще упадет, да? Нет, не упали, но меткости у нас хоть отнимай. Вот сейчас точно кто-то лежит. Это Крис Брэдфорд. Не, не получится пройти. Как бы ни старался, нифига. Почему этот, как его, Кейси Джонс был такой сильный? Вот объясни мне, пожалуйста. Я сколько на него потратил сил, чтобы его уронить? Ну, тут Пит. Понятно, короче. Тут вообще ничего хорошего нам. Чё? Этот Пит лопушок подбежал своими крылышками, помахал и уронил мне бойца. И тем более это Рокзар был. Да, 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 да. Все, друзья мои. О, еще и массовая атака. Вообще не дают хода сделать, прикинь. Просто не дают сделать хода. Грустно, конечно, грустно. Я бы очень хотел получить 2 ДНК на Кожеголового. Но не в этот раз. Не в этот раз. Так, я что до сих пор... А, уровень персонажа нам нужно поднять. Ну, если мы будем с тобой поднимать Рафаэля оригинального, то я думаю, что можно ему поднять уровень. Отлично. Так, забираем свои наградушки. А сюрикенов до сих пор у нас не хватает. Да, это, конечно, плохо. Так, у нас еще, кстати, будет черепашья буря.
Там мы будем фармить черепашек. Так, ну давай посмотрим. Нет, здесь как-то не особо хочется. Так, а у Рафаэля мы с тобой можем? Вот здесь вот. Давай-ка вот здесь попробуем. Опачки, Рафаэль видение нам выпал. Ну вот именно этот Рафаэль мне не нужен был. Во, Рафаэль ролевой. Так, а этот трафик нам нужен? По-моему, он нам не нужен, да? Так, Рафаэль фильм. Погоди-ка, Рафаэль фильм, ты где у нас? Вот он. Да, друзья мои, Рафаэль и фильм, и так же как Микеланджело фильм прокачан у нас по максималке. Поэтому ДНК на них нам не нужны. Хорошо, тогда давай посмотрим, что ж мне все сюда-то тянет. Давай посмотрим, где мы еще можем с тобой что-нибудь полезного, прекрасного нафармить. Ну, здесь ради Рафаэля видения, я думаю, не стоит, да, даже заморачиваться. Понятно. Тогда попробуем тут. Рискуем, друзья мои, рискуем. Так, 35 жетонов, 6 осколков. А, все, все, закончился у нас сыр. Ну что, дорогие друзья, я думаю, тогда на сегодня будем закругляться. Увидимся уже завтра. Нам нужно с тобой как можно быстрее получить достаточное количество сюриков, чтобы проапаться. Угу. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.